Сегодня будет поездка на троллейбусе Богдан Т-9 118. Бортовой номер 4369, маршрут 37. Редкость за гармошки? Да, думаю, то, что для меня тоже не редкость. На 30-й надо. Тьфу ты, передняя дверь. Как мне это бесит уже все время. Передняя дверь. Двигатель открывают. Мы уже поехали. Ну, опять второй табло. Да. Где? Вот. Такое это было. Я вот честно первый раз увидел этот Богданчик на 37-м. Да, да, редкость. Вот именно на 37-м редкость. Я вспомнил один момент. Помнишь, ты ехал на троллейбусе УАЗ Е-301, и там такой человек говорил, я сейчас заплачу проезд, а потом я передумал, я платить. Это я занимал. Я рублю 20, и будет кондиционер. Ух ты ж, блин, Мерседес, какой классный. Еще с матовым покрытием. Да. Американские номера. О! Аляска! Там была надпись Аляска, видел? Да, Аляска. Аляска. Да. Ух ты ж, какой Лексус. И пятнашка. Как мне нравится звук этого Богдана, скажи. Мне тоже нравится этот писк. Как писк торможен, так и вот просто едешь. Какой красный мотоцикл. А, это обычный. Так это обычный мотоцикл. На полморды это и могут прикид вообще. Ты же где-то сегодня был полный, а тут где-то по месту. Ну, браво. Да. Обожаю такой разгон. Я тоже люблю. Наверное, все любят такой разгон. Вот помню, как в 3100, когда я ехал, так разогнался вообще. На каком маршруте? 3100? Нет, маршрут какой. Это же на час я. Нет, это 4369. Да. Бортовой номер. Если бы тебя не заснул в кафе, я бы с ним не ездил. Смотришь, ты бомжа, алкоголь. Ты как прическа, как бы, а у него бутылка пива. Не-не-не-не-не. Я думал, что он сейчас забежит и сюда к нам закурит. На сельхоз там была зарядка. Мы уже почти закончили первую секцию. А, в остановке. Там, где мы в маршрутку садились. Там, где мы садились в маршрутку, на остановке, сразу в остановке зарядка. В остановке зарядка. Подходишь и стоишь с телефоном. Я там вдалеке у нас 215 вижу. Да, там, я тоже вижу. Только стеклянный. 215 МАЗ. На 33-м. А я ехал на 33-м на 10-15. Я тоже ехал. Это мы возле Макдональдса. Нет, Макдональдс там, ты перешел к Стрелькову, мы садились. Вот мы тоже остановку. Только сейчас поехал. Там в остановке шнурки торчат. Что вы все заряжали? Вот.
Как раз там надо шнурок. Там проводная и проводная, там вся. Не-не, там шнурок надо, там выходы USB. Ну, мало ли, у меня даже нету. Нету. Нема. Нема. А я не кричу. Нема. Я нормально. Да все, ладно, успокойся, ничего не понимаешь. Я нормально спросил, блядь, полгода. Да, я на 33-м ехал, на 10-15, не вчера. Да, 10-15 раз. Куда? Вот для этого... В рюкзаке, вот. Беру, все, что дать? По приколу, по приколу. Вы изучиняете. 2-3. За рулем, за рулем. Россия называлась. Как? Называлась раньше Россия, сейчас Киото. Россия? Да, Россия. Ничего себе. Это Шевроле такой смотри. Я такой. Сырка, кинотеатр. This is cinema. This is cinema. This is cinema. Да,
То труды, ё... В румынах не часто. Ну, я ж тебе говорил, что нам на двоих давали. Оно провалило, жесткое, хорошее. Нормально было, но у тебя понял, ты пошел. Ухода. Тяжело было. Я такой человек, что типа я не был. Сразу спортаем. Ну, в принципе. Ну, то, что сразу не ебал. Ну, ты сам. Я же говорил. Ну, хорошо было, да? Сразу почувствовал, да? Ну, вот здесь полчаса где-то, да, 40 минут. Ты же как разобрались. Алкаши, да, алкаши в моем самом любимом троллейбусе. Да. Знаешь, надо, чтобы для алкашей вот, в общественном транспорте, в метро и электричек был запрещен. Они еще без масок. Да. Да. Их надо оштрафовать. Да. 20 тысяч, блин. Не, вот, да. Ух, Т-901-10. А мы на Т-901-17, мой самый любимый троллейбус. На желтый? Сука, 3.15. А что ты хотел заказать? О, новый сад. А там алкоголь. Да. Нельзя. Да, да, иначе школы тоже ходят. О, помнишь, я выходил со школы, там бомж лежал? А, да. Ты тоже видел? Да. Я видел. Да, камеру. Да, да. Я спокойно выхожу со школы, а там рядом бомж лежит. Бомж. Да, мы с Коляном в одной школе учимся, только в разных классах. Я в А, он в Б. О, да, да. И мы вот, я вот первым вышел со школы, выхожу, рядом алкаш лежит, бомж. Коля тоже. А знаешь что? А я хочу, хотите, я вам про Б-класс расскажу с моей школы. Там, короче, восьмой Б-класс, тут класс дебил, потому что один раз на математике, ой, на алгебре, учительница снимала, как ведет себя Б-класс, а один ученик поставил перед телефоном портфель, чтобы нас не снимали. Оно идет просто 233-е. А я на 28 ехал. От Павловсенка до Всецариці. О, помнишь, мы еще на 24 ехали? Давно, до коронавируса. На 24 мы сели... Да, мы сели на Римбазе и приехали так до этого самого... До Дарьевского вокзала. До Велмарта. Три раза на нем ехал. На 53. А я два раза. В
первый раз на 22-м от Римбазы до Велмарта, там где это было. А второй раз от Полосенко до Сарити на 28-м. Первый я ехал, вот, почти полдома. Второй раз, вот. Даринска до Мода, до Драйзера, третий нас с тобой на 23-м. Остановился уже. Думал, что вот задние двери откроют, но нет, хрена. Идем. Как бесит, когда открывает самую переднюю дверь. Да. И на выход. Кару. Я тоже задолбал, скажи. А. Это 6B5. Поднимается. Борт. R0.74. Либо, либо... 0.38. Либо САТУ-1. Да нет, это не 101. А я на 0.09 ехал. Да, вот. Не, 0.38 скорее всего. Да. На восьмерку. Либо 0.74. На восьмерку надо, да? Да. А не, пускай себе ездит на своем, на 28. Либо на 33. Я там вдалеке масса САТУ 7 вижу. О, еще один Богдан. А рядом масса САТУ 7. Да. А за Богданом Киевлянка вдалеке я вижу. Да, вот я не вижу такие Ковчег. Видишь? Ковчег. И что это за ковчег, я не помню. Наверное, кафе такое, ковчег. Ну вот, ты 6B5. Да, ну, первая дверь. Ну, как всегда, да? Сука, 38. Не, 0.74. Угадал я. И я угадал, 0.74. 0.74 был на восьмерке. Да, а мы ехали. А я ехал на 0.74. Да. Мы вместе ехали, помнишь? Давно. А я думал, это 0.38. Ну, Киевлянка. Угадал. 40-45. О, Киевлянка. На 91 плен. На 91 я один видел, кстати. Точнее, я их не видел, а слышал, судя по писку торможения. На 43. Ага. На 43. Да не, лучше на 50. Все-таки троллейбус большой. У нас 203, 86, 31. 79. Бля, какой переход, видишь? Да, ремонтированный. Вот бы так же... Во всех, да, подземных переходах. Да. На Юрия Гагарина такой же надо. Да, да, согласен. Да. Там, где Ашан... Да, я знаю. Слушай, да, да, да. Да, вот действительно, надо так же отремонтировать. Ну, заменить. Согласен. Да. Вот там кинотеатр вижу. Да, вот там, где мы их встретились. Районная администрация. На 50, а на тот, походу на 47-м. Нет, 31-й. А, да? 43-14. 50-й, 1013-78, еще один Богдан. А там Киевлянку вижу.
307-му. Как 40. Лоу, догнали Киевлянку на Богдане. Да, догнали. На аварийке стоит. О, на 114-м в масочке, видишь? Киевлянка на аварийке стоит. А то нам хочется скоростной трамвай, то вот трамвайзеров. Киевлянка, 40-40. Да. Киев 12-03. Я на нем и ехал. Походу, отстойники. А, водитель там считает что-то. Ну, мне еще это вибрация нравится, когда вот ускоряешься и тормозишь. Да, мне тоже нравится. Да. Как будто я сам вибрирую под эту вибрацию. Ага. Реально. Опа, в наушниках. Нет, вы... Точнее, война, военнослужащий. Да, военнослужащий. Как на 8-м маршруте. Ага. Видел, как тут с жараги сбежал? Да. Наверное, там по субботам учится. Мой друг по субботам учится. По субботам? Да. Обидка. Да, по субботам. Да, мне его тоже жалко. Ну, пусть. Третий раз уже достал. Я на этом ехал два раза. Я тоже на нем ехал. И не два раза, а больше. Больше?
4026. Да, у него уже электрона это было. Так у 4034 тоже это было, была электрона. Там было все 15 этих троллейбусов. Реально муниципальному транспорті Києва здійснюватиметься виключно за наявності електронного квитка. Тому, якщо вам надано право пільгового проїзду, однак у вас відсутня картка киянина, для проїзду після 1 липня 2020 року вам необхідно придбати електронний квиток у місцях реалізації. Нове, кстати. На восьмерки, наверное. І на 45-м. Слухали? Средняя дверь открылась. Средняя дверь. Вот мы также среднюю открыли. Блок 362. Ездил в Одессе? Богдан, ты ездил со 117. Ездит? Здравствуйте. Алло. А, так вам уже больше 18 лет, Катерина. Да, ну, хорошо. Здравствуй, Катя. Ладно, давай. А, так это тут Лисковский. А я думал, что это вообще. Да, вот это я понял. А я раньше думал, что это где-то возле героя Днепра вообще. Я понял, понял. Много людей будет. Да. Вот бы такой звук был, 215. А вот там есть, он там есть, но другой совсем. Вот прикольно, если бы и у вас был такой же звук. Да. 43, 45. Да. А я не разбираюсь в грузовиках, но надо такой троллейбус. Обязательно на 50-й. Согласен. Водитель красава, респект, да, что все двери, все двери открыл, не наконечник тем более. 4036. Да. О, помнишь, как на 107-м мы на Лебедской наконечник вошли там это да. Вот. Да. На 45-й надо этого водителя. Либо на 50-й. Не знаю. Лучше пускай на 37-м. На 50-й надо. Такой троллейбус и такого водителя. Красава. Надо, чтобы только добрые водители были, а не да. Как, опять дверь откроют? Да. Ууу! Респект! 4039. Красава!
Красава. Уважуха. Да. Уважаю. Обожаю таких водителей, которые все двери открывают. Уважаю. И так разгоняются. Да. Вот на 45-м все открывают. Просто уважаю. Да. Милославская. Конечная. Надо побольше таких водителей. Да, согласен. Просто уважаем. Да, уважуха таким водителям. Наверное, здесь открывай. Ебой! Водитель... Да. Это... Респект, нет. Водитель. Вот это ты, я забыл бортовой номер. Красава! Респект! О, водитель 4369! Красава! Респект, да, уважуха! Водитель... Все двери открывает на многих остановках, да. И разгоняются. Во! Классный троллейбус! Да.